День Африки прошел сегодня в штабе общественной поддержки Алтайского края. Праздник посвятили Международному дню многосторонности и дипломатии во имя мира. Африканские студенты Алтайского педуниверситета поделились своей культурой со школьниками. Жозеф Кулибали родом из Бамако, столицы Мали. В Барнауле живет 4 месяца. Здесь он изучает русский язык. Дальше будет поступать в Новосибирск на инженера, чтобы получить образование, вернуться на родину и заниматься строительством. Жозеф представил презентацию о своем городе. Показать, что там в Африке, что там в своем стране, чтобы все люди знают, что там. Поэтому это очень важно. Тоже это важно для меня узнать русские культуры. Здесь люди в Барнауле очень-очень уважают иностранных. Как я хорошо встретился, я очень люблю это. Русские дети вместе с представителями африканских народов создали картины в стиле стимпанк, которые оставили на память. Школьников научили играть на африканских барабанах, повязывать тюрбан и провели урок по изучению языка народа игбо. Мне сегодня удалось изучить африканский язык. Он очень сложный, но он очень интересный. Кидюка мир. Как дела? То есть оно запоминаемо очень. В принципе, я бы даже его выучил, африканский язык. Он бы мне пригодился в путешествиях и так далее, если за границу уеду. Семья Голубицких приехала из Топчихинского района в Барнаул специально на День Африки, чтобы познакомиться с культурой этого народа. Ради этого даже отпросились с работы и учебы. Ну, необычно, интересно. Мне музыка понравилась очень. А мне платки. Нужно пополнять свой кругозор. Это очень интересно, это новая культура, новые обычаи, вот какие-то новшества, ну, нужно вносить. Подобные мероприятия прошли сегодня в штабах общественной поддержки по всей России. Они подчеркивают значимость дипломатических и дружественных отношений между странами. С Африкой у нас сейчас достаточно серьезные многосторонние отношения у Российской Федерации, но ребятишки оттуда учатся и в наших вузах. Они учатся и в педагогическом университете, и в классическом, и в медицинском. А так вот широко, чтобы можно было нашим ребятишкам приехать, познакомиться с культурой, с студентами. Ну вот, наверное, такое мероприятие проводится впервые.